стих о насущном, мысли вслух. Прочитаю сейчас вам. Скажите, люди, честно, правда, все как есть. Надежда есть на счастье в жизни бедным нам. Обманутыми быть всегда, где нищеты не счесть. Может, так нравится нам всем и по делам. Вопросов много накопилось и множество проблем. Свинячий год прошел, крысиный настает. Крысиный год, я думаю, не тот будет удел. Год крыси от проблем текущих не спасет. Мы перестали верить в будущее уже все, что угнетает каждый день нас раз от раза. Не все хотят жить с нами вместе наравне. Нас травят всем дерьмом, ужасная зараза. Эх, не вздохнуть уже обширной своей грудью. И где корабль мой, что на полных парусах ушел за горизонт в неведомую гущу? Друзья мои хорошие давно на небесах. Нет той тропы уже, что в детстве я гулял под клёнами тенистыми в обмотках рваных, где беспризорникам еду я промышлял, и укрывали меня клёны от дождей ненастных. Что за господствующая эпоха в наши дни, что наши старики за это воевали, чтоб жили плохо и дойти до нищеты. Скажите, люди, чтоб об этом все мечтали. Кому спасибо, говори, что жизни нет, благополучие, счастье, где оно сейчас, любовь, которую была, меняют на процент. И где обещанная жизнь всем быть для нас? До сей поры поэты брошены, актеры в нищете. И сколько можно толковать об этом вечно? Лишь только вспомнят иногда кого-то где. И так сплошные эти темы бесконечно. Деревни брошенные на произвол судьбы. Так ковыляет и хромает старость бедных. Колодцы старые, где нет уже воды. Рассказы только лишь остались суеверных. И что постигло так поля бросить леса? Ведь жил народ в деревне и трудился. Забыты временем исчезли голоса, когда из труб дымок над крышами струился. Скажите, ветераны, разве плохо вам жилось? В чисто экологической среде все жили? Плохо вам елось или не так спалось? При Брежневе, что жили и не тужили? Жалели вы когда-нибудь в те времена? Все по-простому, стол по-деревенски. У каждого в деревне были закрома. Со всеми все делились по-соседски. Теперь отравленную жизневоду пьем, едим еду, отравленную, впрочем, вдвое. От онкологии нам не спастись, мы все умрем. А тут реформу пенсионную нагнули вскоре. Кто доживет до пенсии, теперь своей, кому здоровье 21 век позволит. Тот, кто затеял это все, он не умней. Пускай со стороны на это все посмотрит. Гниют таланты
в онкологической среде, по-тихому и в муках, в болях умирая, не удосужится в верхах помочь таким в беде, в прямых эфирах у народа вопрошая. Конечно, это не в упрек сказано, вот эти последние строчки, что в эфирах напрямую уже просят, выпрашивают, но хочу заметить, друзья мои, то, что творится, это ужасно. Это ужасно плохо. Плохо. Почему? Почему правительство не может выделить средства на таких людей? Где-то воруют целыми процентами миллиардов и триллионов. Куда эти деньги идут? Ответьте.